Итак, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас легендарный такой выпуск, потому что сегодня будем открывать кучу легендарок. Сегодня там и за боевой пропуск, и арена богов у нас с легендарками, и плюс еще сегодня легендарки за лигу. Так что легендарок сегодня будет много, попутно пройдем арену богов. Ну и начнем мы, конечно же, с арены богов и лиги. Потому что, чтобы мне открыть за пропуск, нужно пройти опять же арену богов. Как-то так это будет все выглядеть. Сейчас мы загружаемся и начинаем свое дело. Давай уже, дружище, грузись побыстрее. Вот. В башне успехи, как обычно, 3 звездочки сделал, и на этом все закончилось. Так, ну и начнем с лиги мы, да? Лучшая лига достигнутая 10-я, соответственно, 2 сундучка мы получаем. Сезон 198 закончен, посмотрим, что выпадет. Понятно, друид и худу. Вот худу — это хорошо. Худу — это хорошо. Откроем также побочкой этот сундучок. Получим свои 60 яиц. Поставим на открытие. Сейчас я быстренько. Так, так, так. Боссы. Буквально пару боссов собрать, чтобы попытки не сгорали. Даже можно, в принципе, 3, наверное, сделать. Получить награду. 2 часа как раз, да, 3 можно собрать. Все, с боссами закончили. Если потом попытки набью еще, то, соответственно, открою. Так, ну а мы переходим на арену богов. Сейчас я заберу наградки. Копеечки свои. Так, так, так. Так, быстренько тут. Собрали и души отправить. Все, отправили. Так, ну и вот здесь, как я и говорил, 3 звездочки у меня сделано. Тут пара попыток есть. Можно будет потом немножечко покривляться. Так, очередное предложение. Дары полубогов. Не надо нам. Так. Приключения. Что здесь у нас? Тоже ничего толкового. Эпиков нету. Ну и, соответственно, переходим мы на арену богов. Арена богов у нас с легендарными сундучками, по 210 душ в каждом. Ну и поехали сначала за белого шамана. Потом за Джимми будем играть. Так, что у нас тут? Шипы на 14, в конце хода наносит 5. Ну, давайте начнем с тотема. У него тут много всяких плюшек. Двойная атака вот у него тут есть. Давайте, наверное, поставим даже сейчас шипы и проатакуем. Получим мы 2 раза. Он умирает. Так. А мы тут закроемся. Сейчас мы, если что, сможем выставить тотемы. Выставить тотемы. Но пока, я думаю, обойдемся мы и так. Предводитель обезьян. Так, выставляет он руны. И выставляет 2 рокербоев. Ну, рокербои стали неплохо. Но сейчас нам будет тяжеловато, конечно. Отлично. Так, и, наверное, даже сделаем вот так. В принципе, да, должно хватить. Нам хватает. Он сдается. Так, ну за Джимми мы прошли. Посмотрим, что за легендарки упадут. Может, все-таки Масура, нет? Нет, нам падает Ал. Ну, что тоже не так плохо, на самом деле. Я его смогу качнуть, получается, до 10 уровня точно. На 11 он будет 79-72. Ну, неплохо выглядит, неплохо. Так, ну и теперь идем за Джимми. Примерно понял я уже, что там будет за Джимми. Так. Выставляем мы руны. Давайте вот так вот, наверное, даже начнем.
Если что, двойная атака у нас есть на пробитие. Ну, шаман, разродись. Или ты сразу хочешь сдаться? Ага. Ставит он тоже его. Так, так, так. Здесь у нас ничего нету. Давайте вот так вот сделаем. Нас он как бы пока не убивает. У нас, если чего, есть рокер-бой. Ну, шаман очень долго вот что-то прям пролагивает игра. Не совсем понимаю, почему. А, ну вот, ставит он. Мы выживаем. Мы выживаем. Так, так, так. И что мы тут можем сделать? Так, ну убивать нам его, по идее, по-любому надо. 12 шипы, да. Мы его убиваем, но и сами умираем. Так, он ставит шипы, понятно. Угу, вот так вот. Так, здоровье до одного. Ну, давайте пока так тогда пытаться. 14 мы получаем, 6 ему постоянно обратно возвращается. Это плохо. У него там полтинник уже есть атаки. Ну, эти встали не так, чтобы ужасно, а у нас, если что, есть взрыв. Вот единственное, что единичку-то очень долго ждать. Очень долго. Здесь мы наносим 24. Блин, чуть-чуть не хватает. С другой стороны, 16. Он 2 прибавляет. 32. 26. Да, то же самое. Что так, что сяк. Здесь атака не добавляется. Единицы у нас нету. Ну, нет, это не хватает. Нам тут уже можно самоубиться спокойно, да и все. Плюс, да, 6 хилка. Здесь сдаемся. Ну что ж, будем пытаться сейчас. Надо, значит, рокербоев нам подольше держать. И потом их выпускать. Потому что арену нам все равно надо проходить. Легендарный сундук я терять точно не собираюсь. Так, выставляемся. Давайте даже, да, опять начнем вот так вот. Прикроем немножко руну. 7,9. Тогда делаем вот так вот. Убиваем цветочек этот аленький. Так, ага, вот уже это интереснее. Сейчас он нам снесет этого на пятачок. Это уже плохо. Этого мы убиваем. Угу. Вот это уже совсем плохо. Так. Ну, могли бы сюда, между прочим, встать так-то. Вот опять получается, мы сейчас шипами зависли. Не хорошо и не плохо, это есть. Так, окей. Добавим немножко атаки. И надо его, да, его мы сливаем, прекрасно. Ну, сейчас у нас единичка уже есть. То есть можно сейчас слить. Сливаем. И, наверное, даже вот так вот пока поставим. Отлично, жабу мы слили. 61 на 142. Шипы он ставит, это вполне логично, ожидаемо. И два тотема. Вот как встанут тотемы? Хорошо, тотемы встали хорошо. Ну и 14 союзником природы тоже ладно. Так. Ну, наверное, вот так мы тогда поставим. Отлично. 22. Это не страшно. Да, все, мы здесь побеждаем. Ну, вот как-то так это все выглядит. Вот так вот проходится, в принципе, эта арена богов. Что нам дадут? Ну, хорошо, хорошо. Еще два уровня Иштмалы. Прекрасно. Вот этому я рад. Так, ну и мы выполнили задание. Соответственно, сейчас нам должно хватить уже на эту
Я все-таки надеюсь, что там нам, может быть, упадет Масура. То есть, да, получаем мы медаль «Настоящий герой». И вот можем забрать два раза. 225 карточек. Но, нет, D+. И 445. Ну, давай Масуру. Нет, но, вот этому я крайне рад. Я очень хотел прокачать Черномора, и 447 карт Черномора очень даже приятно смотрится. Боевой пропуск окончен. Мы это сделали. Ну и что, давайте немножечко, наверное, поизвращаемся тогда в Башни Тьмы. Буквально несколько игр сыграем. И засим закончим. Хотел я вам, в принципе, показать именно легендарки. Я их показал. Давайте возьмем пирата с волком. И пойдем попробуем Башню Тьмы. Хотя бы одну, может, игру выиграем. В чем я сильно сомневаюсь, конечно, но посмотрим. Так вот, сколько там у нас общая мощь? Общая мощь 14 тысяч, 160 тысяч общая мощь, ну, да, дам. Давайте начнем с могильщика, он у нас выставляет руны, когда атакован. То есть сейчас он получит 3 раза атаку, соответственно, 3 доп. Руны нам дадут, что не может не радовать. Так, ни одного стрелка нету, вообще ни одного стрелка нету. Ну, как-то вот так вот попробуем. Этого мы снесем следующим ходом. Ну, тут вообще, ну, жесть просто. Просто жесть творится. Ну, мы можем поставить волков, конечно. Также стоит ли ее сюда ставить, я даже не уверен, честно говоря. О, замечательно. Вот не пожалел, что поставил. Оба умирают. Так, а мы сейчас, скорее всего, нам придется даже... Да. А, ну, в принципе, мы можем так сделать. У него невосприимчивость. Чуть-чуть мы похилялись хотя бы. Так, а вот на 48 у нас есть у кого-нибудь атака? Есть. Убиваем мы его, да, сами умираем. Но куда деваться? Ой-ой-ой, очень мощные атаки, очень мощные. Просто капец. Мы еще держимся, но недолго нам осталось. Да, кладет он, зараза, немоту сейчас. Сейчас мы, даже не знаю, наверное, Иштмалу сейчас придется выпускать. Если вообще придется. Здесь живем пока, но надолго ли? Надолго ли? Так, ладно, эти сейчас заморозятся у нас. Ай-яй-яй, все равно, вот он пробил. Ну, блин, ну тут деваться некуда. У пацана карты сильнее прокачаны. Ничего, к сожалению, не мог поделать. Следующие росты буду качать, когда доберусь до роста. Ну, там, 3 ляма свои накоплю, как и обещал. Я буду качать уже редкие и обычные карты. Именно буду все делать под рост. То есть, точнее, под башню. Хочу прокачать посильнее своих героев, именно обычных и редких. И тогда уже можно там что-то будет придумывать. Так, ну этого мы убиваем. Оно умирает. Ого! Ого! Так, ну давайте тогда вот так вот, наверное. Немножечко пронесем урончика. Чтобы не расслаблялся. О, отлично. Сейчас мы можем поставить Флосса или Зарму. Флосса или Зарму. Либо вообще можем поставить девочку. Нет, Флосса лучше. Флосс будет тут гораздо сильнее смотреться. Да, это Флосс. Однозначно. Следующим ходом он умирает. Ай-яй-яй-яй-яй. А, ну в принципе, он сам умрет. Так, а мы здесь можем поставить вот так вот, чтобы никого не озадачить. И существ у нас там не появлялось. Мы сделаем вот так вот просто.
Отлично. Так, так, так. Он камни ставит. Хорошо. Ставит камушки. Камушки нас вообще не пугают. Этот сам умирает. Здесь мы за два хода сносим, да. Прикрываем их лоса. Этот сам умрет. Все, хорошо. Пока держимся. Так, вышел ядовичок. А мы поставим вот так вот. Все, снесли мы тут. При появлении он дает божественный щит. Ага, ну вот. Вот я не знаю, как еще на это отреагировать. То есть. Вот четко он попал туда, куда надо, блин. Четко вообще попал, засранец. Да, сейчас атака будет резаться, но ничего страшного, это победа. Вот, ну вот это, конечно, было клево сделано, да, что он попал именно туда, куда хотел. То бишь нашего Аполлона. Так, ну, тоже, кстати, неплохо, тоже неплохо. Наблюдатель, он у меня уже немножко прокачан. На следующем у нас будет, получается, 15 пентаграмма и 8 рунов взрыва. Замечательно. И 103-41. 103-41, на 16-м 125-53. Ладно. Ну, а это победа между тем. И мы можем перейти на следующую. Ну, и здесь будет либо очень жестко, либо мы просто сольемся моментом. Потому что уже все видно. Так, так, так. Что мы снесем? Давайте и прикроем заодно. И плюс кристаллики у нас. Хорошо. Сейчас расставим руны. И выпустим своего мини-болтса, скажем так. Так, так, так. Что мы тут можем? Можем мы вот так вот и прикрыться. Этот убирает. Все замечательно. Так. Ставим его. В принципе, ставим в основном из-за того, что немота на него не подействует. Ой, 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 ой. Вот это было вообще жестко. Это было вообще жестко. Так, ну тогда выпускаем сейчас его. Деваться-то нам особо некуда. Да, вот сейчас пошла немота. Она нас, ну, не так, чтобы сильно пугает. Не так, чтобы сильно пугает. Так, он получает свои 643. Выставляет он камушки. О, у нас есть гир. Гир зайдет здесь просто шикарно. Гир здесь зайдет просто шикарно. Начинаем мы вот так вот. Отлично, сносим, эти умирают. Все, стол чистый. Так, стрик пошел в дело. Понятно. Случайно мы хаоса. И что мы здесь можем? Хаоса у нас нету. Так, вот это мы сейчас сможем выпустить, в принципе. В принципе. Угу, в конце хода на двух случайных врагов хаоса. Нам это не подходит. Сносим мы его. Он сейчас убивает нашего, соответственно. Так, и вот нам теперь нужно думать. Этот умирает. Угу. Хорошо. Конечно, особо-то ничего хорошего, но
Хорошо. Следующий мы ее добиваем. Было бы чем. Либо можно сделать ее... Да, вот это, конечно, капец. 76 получать очень не хочется. Угу. А, мы же тут проигрываем, у меня же двойная атака. Ёлки-палки, я забыл про двойную атаку. Ну, все здесь, да. Мы проиграли. А вон тут еще и Шамуна. Ну, вообще замечательно. Да, ну, сопротивлялись до последнего, скажем так. Там либо так, либо сяк. Все равно проигрывали мы. Ну, вот такие у нас бои веселые в башне получились. Единственное, что нахапали нормально, в принципе, легендарок. Боевой пропуск мы сделали. Арену богов прошли. И за лигу мы свои награды получили. То есть сейчас... Ну, вот единственное, что жалко, что ни разу нам не упала все-таки Масура. Обидно, в двойном количестве она бы была очень симпатична. Но, с другой стороны, тот же самый друид. Если мы прокачаем его до 11, то он будет призывать Фанкаури 0.56, что тоже будет крайне неплохо. Также Худу. К сожалению, на 11... А, на 11 у него тотемчик становится 118. Вообще прекрасно. Так, ну и Штмали я всегда рад. Это герой вообще великолепный. Если ему еще наращивать здоровье, то это будет вообще супер. Так, и, конечно же, я рад 400 карточкам Черномора. Вот это вообще для меня подарок. Просто подарок. Я его давно хотел прокачать. То есть, 6 на 11 уже 32-108. Исцеляет на 27. Если мы его на 6 сейчас, допустим, пробудим, то уже будет исцеление на 24 сходу. Ну, там тогда на 40 получается. Ну, прекрасно, короче. Ну, все это оставляем на потом. Ну, и также упал Диплиус. Не особо заигрываемый герой, к сожалению. Может быть, где-то недооцененный немножко герой, потому что, на самом деле, очень даже неплохой. То есть, он, в принципе, ну, для Хаоса это такой аналог Александрии. Только он выставляет перед собой адовые врата, врата ада. Ну, а то также в основном накладывает немоту и также в начале хода дает плюс один союзникам за каждого призванного зомби. То есть, если это, например, делать с мертвым лордом, который призывает зомби, либо это у нас будет, допустим... Убираем это. А, он мертвячков призывает. Все. Отказ. Здесь призывает марионеток. Тоже отказ. То есть, зомби это с мертвым лордом, если его контрить. Запускать, то будет выглядеть очень даже сильно и неплохо. В общем, вот такой выпуск получился. Немножечко башни тьмы, которую мы будем потом весело и с матом проходить. Немножечко арены богов, ну и приличное количество легендарных карточек. Ну, собственно, на сегодня это все. Дальше будет только интереснее. Кому не трудно, подпишитесь, поставьте лайк, дизлайк. Ребята, напишите комментарий, любая ваша активность вызывает с моей стороны только положительные эмоции. Ну а пока благодарю всех за просмотр. И говорю всем пока-пока. Пока.